Speedhunters Showdown, а значит, в Палм-Сити снова проходит крупнейшее гоночное событие страны. Каждый день сюда будут приходить тысячи восторженных фанатов, чтобы полюбоваться лучшими машинами вживую. Но после заката вы обнаружите, что здесь происходит нечто намного более опасное. Добро пожаловать в мир уличных гонок, где обитают адреналиновые маньяки и фанаты скорости, плюющие на законы и любые правила. Но лейтенант Фрэнк Мерсер, руководитель недавно организованной скоростной спецгруппы Палм-Сити, готов принять этот вызов. Уличным гонкам не место на наших дорогах. Помните, если вы привыкли ездить по городу, словно по трассе, мы найдем вас. И если думаете, что сможете удрать, надавив на газ, то вас ждет сюрприз. Ведь мы непременно найдем вас, и тогда пощады не ждите. Поверьте, бежать вам некуда. Джон, что, как дела? Пока держусь. Ага, просто дави до упора. В чем дело, Ричи? Они не слабо носятся, Анна. Мы знали, что так и будет. Мы же все-таки в лигу метим. А ну, собрались, народ! Всем быть начеку! Двигаем в центр. Будет жарко. Эй, к нам справа подбираются! Засек птенчиков. Проверим их где-то. Черт, я знаю этого копа! О, мило. Я не шучу, он козел! Олаф вышел, что надо. Чутье меня не подводит. Нет, говори за себя, я все. Какого черта? Ричи! Ричи! Он что, дал задний ход? Я их засек, еду через город на север. Тормозите, живо! Внимание! Мы перекрыли северный выезд. Заграждение! Бери вправо! Воздух один. Слежу за полста. Пересекает мёрзкий бридж. Едет в этом шорт. Следи, не то уйдет! Если у тебя остался бензин, гони! Эту пташку не сбросить! Я им займусь! Заграждение на южном выезде. Не поддавайся! Уходим с улицы! Согласна! Черт, коп у меня на хвосте! Анна, я на мосту! Коп пытается меня прижать! Что ты сделал? Что ты сделал с этой крутой тачкой? Угробил машину? Он, а не я. Нет, Шоу, это твой косяк. Ты пожалеешь, что вообще выжил.
А разве выжил? Что вы здесь делаете? Отправляем послание. Стой, стой! Нет! Эй, он же сказал! Да нас же камера палит! Шоу! Так мы теперь работаем. Пусть усвоят урок. Кто посмеет насмехаться над нами, получит по полной. Фрэнк, подумай еще раз. Чтобы передать послание, нужен посланник. Ты вон из города. Если снова увидим тебя или кого из твоих, отправишься вслед за тачкой. Понял? Вставай! Передашь дружкам. Где твоя тачка? Ты чего? В жопу все, Анна. Я пас. Я возвращаюсь в Вентуру и забираю Ричи. Но мы команда. Уже нет. Хватит. Что? Ты что, пешком пойдешь в Вентуру? Да. Давай сама. Привет. Подожди секунду. Заходи. Слушай. Да. Тебе нужно заменить свечи. Да. Четыре. Что за шум? А. Я проверю. Думаю, это подшипники. Не, сегодня не смогу. Далее. Продолжение завтра. С лейтенантом Фрэнком Мёрси. Человеком, который возглавляет работу по решению острой проблемы нелегальных уличных гонок в нашем городе. Борьба с преступностью очень важна, и мы отдаем ей все силы. Но задача не только в этом, а еще в том... Не из местных, да? Я Лукас. Чем помочь? Говорят, здесь есть крутые тачки. Все так. Хочешь на шоу-даун? Да, вместе со всеми давить на газ. Слушай, врать не буду. В последние дни спрос бешеный. Все расхватали, но кое-что осталось. Не самые крутые, но ничего. Хочешь осмотреть? Вдруг что зацепит? Не-не-не-не-не. Руки прочь от папиного комара. А, американская классика. Неплохо. Скорее бы сесть за руль. Я знаю, ребят, шоу-даун. Могу устроить тебе гонку. Про
Проверю, на что способна эта малышка. Что скажешь? Неплохо. Так, куда сейчас? Ты можешь выбрать гонку себе по вкусу. В деловом центре поедешь по длинным кривым. В Иден Шорс все острые углы сосчитаешь. Определись и проложи на карте маршрут. Лучше не лихач, просто приведи машину на старт в целости и сохранности. Там столько разных кубков. Это твои? Моего старика. Роберто Ривьера, мистер Блеск. Своими руками восстановил желтый Камаро 67-го, а потом стал чемпионом. Оставил мне гараж. Крутой был старик. Все так говорят. Шоудаун – важная штука здесь, да? Я не против. Для дела это круто. А в гонках можно кучу денег заработать. Кучу денег мне пригодится. Тебе и всем в этом городе. Успеть к началу гонки. Проверь карту, если потеряешься. Сегодня помягче. Надо обкатать новую тачку. Если одно из твоих, то вряд ли она... Поговорим с тобой после гонки. Удачи тебе. Не позволяй на себя давить. Не сдаешься, да? В самом конце.
вот я на финише. Неплохо. Думаю, ты справишься.